Сегодня мы рассмотрим несколько моделей светлых оттенков. Здесь у нас представлен вот такой ряд. Ну и начну я с сумочки белого цвета. Это наша новинка, фирма Элькрафт. Здесь у нас идет золотая фурнитура. Сумка достаточно вместительная, мягкой формы. Средний отдел закрывается на магнитную кнопку, также достаточно вместительный. У сумки имеется длинный плечевой ремень. Можно ее носить классическим способом, также перекинуть через плечо. Смотрится очень аккуратно. Ну и красиво также будет выглядеть, если носить ее просто как клатч под мышкой. Сумка легкая. И что же внутри у этой красавицы? Здесь два отдела идут на замке. Значит, второй отдел со спинки, он идет без карманов внутри. В первом отделении имеется один карман на молнии, второй карман идет просто открытый. На задней спинке также есть карман на молнии, достаточно вместительный. Красивая модель, элегантная, и будет дополнением любого образа. И по цене данная модель 2200 рублей. Далее рассмотрим вот такую совершенно очаровательную малышку. Сумочка небольшого размера, жесткой формы, с красивой золотистой фурнитурой. Очень интересно выполнена ручка. Внутри у сумки идет несколько отделов. Также имеется длинный плечевой ремень, который регулируется. Красивая подкладка ягодного оттенка. Следующий отдел со стороны спинки. И также есть отдел спереди, здесь еще один отдел и еще один. В общем, сумка очень такая многофункциональная, несмотря на ее такой миниатюрный вид. Красивая модель, тоже смотрится очень аккуратно, лаконично и стильно. Вот такая красавица, сумка жесткой формы с очень красивыми декоративными элементами. Здесь у нас идет плечевой ремень комбинированный вместе с цепочкой. Можно сделать ручку средней длины, а также, потянув за одну из ручек, сделать длиннее, и получится классический плечевой вариант. Также можно перекинуть, сумочка будет смотреться очень симпатично и в таком варианте. Ну и цепочка будет как красивый декоративный элемент. Что же внутри этой сумки? Закрывается сумка у нас на клапан с магнитными кнопками, и внутри два отделения, и средний отдел, третий, он идет на молнии, вместительный. Все очень просто, лаконично, никаких лишних элементов внутри. Ну и красивая, привлекательная модель, и такая сумка тоже будет отличным дополнением к образу. Сумка Элькрафт с красивыми золотистыми элементами, смотрится очень нежно, легко и женственно. Здесь у нас идет длинный плечевой ремень, который также регулируется, можно надеть на плечо, перекинуть с легкостью, будет также смотреться очень симпатично. На задней спинке у нас есть карман вместительный. Ну а внутри сумочка имеет одно отделение, а также дополнительный открытый боковой карман и карман на молнии. Красивая качественная подкладка. Сделано все очень аккуратно. И, собственно, такая красота у нас идет по цене 1600 рублей. Сумка держит форму, но в то же время она мягкая и легкая. А для тех, кто предпочитает сумки в мягкой форме, у нас представлены вот такие модели. Сумка красивого такого нежного молочного оттенка, серебристой фурнитуры, закрывается на клапан. Имеется также длинный плечевой ремень, также можно носить и на плечо, и через плечо. И в качестве клатча будет смотреться очень выигрышно. Ну что, на задней спинке у нас идет тоже вместительный карман. Внутри огромное количество различных карманов, как на молниях, так и без молний. На задней спинке имеется вот такой карман. Основное отделение закрывается на молнию. Хлопковая подкладка. Здесь у нас идет два открытых кармана внутри. И также сделан карман на замочке.
На передней половинке имеется еще один открытый карман и два кармана закрытых на молнию. Вот такой и вот такой. Сумка просто супер функциональная, можно разложить все по полочкам, как говорится. Хорошая, легкая модель, гладкая, но и смотрится тоже очень аккуратно, без каких-то лишних элементов. По цене данная модель 2300 рублей. Красивая миниатюрная модель в жесткой форме. Здесь у нас идет такой жемчужный оттенок. Сумка имеет защитные ножки. На задней спинке карман на молнии вместительный. И основное отделение у нас идет с одним карманом и дополнительный карман открытый. Имеется длинный плечевой ремень, также его можно регулировать, сделать средней длины. И, собственно, вот такая аккуратная малышка фирмы Элькрафт по цене 1500 рублей. Сумки светлые большего размера представлены у нас вот в таких оттенках. Нежный такой молочно-бежевый оттеночек. Далее есть сумка вот такая серенькая с декоративной цепочкой зеленой, с зелеными элементами на шарфике. Вот такая модель в красивом нежно-пудрово-розовом оттенке. Если какая-то из них заинтересовала, пишите в директ, сделаем более полный обзор сумочки.